Всем привет! Вы на канале о фигурном катании. Здесь мы обсуждаем последние новости, которые произошли в этом виде спорта. Итак, телеведущий Дмитрий Киселев поделился мнением насчет многочисленных переходов из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Ее школу буквально ограбили. Соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова, сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно вытонченную Косторную. Как говорят на Украине, за грубые гроши. Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможности так поддерживать своих чемпионов на родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно, написал Киселев в своем телеграм-канале. На это ответил комментатор Василий Уткин. Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселев, телеведущий и глава «Россия сегодня». Прочтите там все в лучших традициях. Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что ее пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей, вплоть до увольнения в 3 дня. Жена Киселева с Этери Георгиевной очень-очень дружит. Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной и на ее примере убеждаемся, но не бьет одно с другим, куча умолчаний. Опять Тутберидзе вся в белом кружеве, но не может быть так всегда. А может, написал Уткин. Вы больше склоняетесь к утверждению Уткина или Киселева? Напишите в комментариях.